Благодарю, дорогие братья и сестры, за нашу совместную молитву. И с недели в неделю, за днем в день мы продолжаем возносить благодарственные молитвы Спасителю мира, Господу нашему Иисусу Христу, за все великие и богатые милости, которые Он даровал нам в нашей жизни. И я прошу всех, желающих присоединяться к благодарственной молитве, потому что именно благодарение Богу возносит нас все выше и выше, потому что небесные силы ничего не просят от Господа, они только хвалят и благодарят Его. Так и мы должны с вами уподобляться ангелам и архангелам и благодарить Господа за все, что Он нам дает. Спасибо всем, Христос! Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Царю Небесный, утешителю души истины, живезде сей, вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди, вселись явны, и очисти на всякие скверны, спаси, блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и присно веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети, исцели немощи наши, не Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и веки веков. Аминь. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. От вышли меня спасение душ наших Господу помолимся. Господи, помилуй. О великом Господине Отце нашем святейшем патриархе Кирилле, о Господине Отце нашем блаженнейшем митрополите Ануфрии, и о Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите Агафангеле, честнее пресвитера святых и сидьяка, всем притчи люди Господу помолимся. Господи, помилуй. О, если милости нынешнее благодарение мольбу нас недостойных рабов своих, пренебесный свой жертвенник приятия благоутробно помиловать нас Господу, помолимся. Господи, помилуй. О, если услышаться благодарением нас непотребных рабов своих, еже опрятых и благодарим в смиренном сердце приносим, но и как одело благовонное все сожжение тучное, благоприятному это будет Господу, помолимся. Господи, помилуй. О, если не послушай глаз моли нас недостойных рабов своих, и добрые намерения, желания верных своих благой со исполните, и всегда кече благодетельному и церкви своей святей, и всякому верному своему рабу прошение даровать Господу, помолимся. Господи, помилуй. О, если избавьте церкви святую своих рабов своих, Андрея, Ирины, Елены, Павлины, Николая, Андрея, Лидии, Дионисия, Владимира, Галины, Анны, Сергия, Андрея, Марины, Дмитрия, Евгения, Андрея, Ольги, Николая, Галины, Светланы, Александра, Сергия, Максима, Виктора, Татьяны, Ирины, Игоря, Ирины, Сергия, Михаила, Веры, Юлии, Алексея, Алексея, Жанны, Натальи, Анастасии, архимандрита Липи, романаха Макария, романаха Анафана, романаха Матфея, иродиакона Антония, протерей Игоря, протерей Андрея, протерей Андрея, протерей Сергия, протерей Артемия, протерей Всеволода, протерей Михаила, протерей Георгия, Ирия Ивана, Ирия Василия, Ирия Александра, Ирия Николая, Ирия Алексея, Ирия Александра, Ирия Андрея, Ирия Алексея, Антония сосродники, Валерия сосродники, Александр сосродники, Алексей Дмитрий, Сергей Александр, Анатолий, Евгений, Надежда, Ангелина, Наталья, Татьяна, Татьяна, Анастасия, Павла, Светлана, Светлана, Анна, Сергей, Светлана, Виктория, Наталья, Марина,
и всех благотворителей и сподвижников православной социальной сети и лица, и благотворительные фонды и лица, и всех нас, от всякие скорби, беды, гнева и нужды, от всех врагов, видимых и невидимых, здравием, долгоденствием и миром с ополчением, верность оградите Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычь нашу Богородицу, Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобает Тебе всякое славу, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно веки веков. Аминь. Благодар несущий достоин раби Твоей, Господи, о Твоих великих благодать нас бывших, славящих Тебя хвалим, благословим, благодарим, повеличаем Твою благую утробе, рабской любви, припеем Тебе, благодать, спаси наш, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Твоих благодарен, рофту, якорби, непотребный, сподобщий, владыка, Тебе усердно притекающее благодарение по силе приносим, и Тебя, как благодать Творца славящего, пьем слава Тебе, Боже, прещедрой, и ныне и присно веки веков. Аминь. Богородица, христианам помощь Твоя, Пресвятая, стяжавшая раби Твои, благодарны Тебе пьем, радуйся, пречистая Богородица Дева, и от всех нас бед Твоей молитвам всегда избави, единый скорбь, предстательствующий я. Премудрость к Ефесеям, послание стага апостола Павла, чтение вон мне. Братья, качета света, ходите, плод мы духовный, если всякое благостыне, правде, истине, искушающие, что из угодно Богови, и не приобщайтесь к делом, не плодному, то и паче же обличайте, бываемые от и от них срамности, глаголите, вся же обличаемая от света является, вся бы являемая свет есть, все гурати глаголят, восстань, спя и воскресни от мертвых, освятите Христос, блюдите бы, как опасно, ходите, не окажа не мудрее, но окажа премудрее, искупающее время, и не лукавый суть. Сигурати не бывает ни смысл, но разумевающий, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, не вем жизнь блудно паче исполняйся духом, глаголися в псалмех и пениях и песнях духовных, воспевающий и поющий в сердцах ваших Господеве, благодарящий всегда всех имени Господа нашего Иисуса Христа, Богу Отцу, повинуемся друг другу в страсти Божией. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрость просьбу слышим святаг Евангелие, мир всем. И Духу и Твоему. От Луки святаг Евангелие, чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, вон мне. Во время он, уходящий Иисусу, в некую весть, святошек 10 прокаженных мужей, шесташе издалеча, и те вознесоша глаз глаголющее, Иисусе наставниче помилуйный, и, видев речем, шедше, покажись священником, и бысть идущим очистившися, и видишь от них, видев якое цель, возвратися согласно велим славе Бога, и поденись при ногу его, хвалу воздаяет обе самарянин, отвещевав Иисус рече, не 10 ли очистишь, да 9 где, как они обретошися возвращи дать и славу Богу, токмо на плебенник сей, и речею постав иди, вера твоя спасетя. Слава тебе, Господи, слава тебе. Тебе, Бога, хвалим тебе, Господи, исповедуем тебе, привечного Отца вся земля величает. Тебе все ангелы, тебе небеса и вся сила. Тебе херувимы и серафимы непрестанными глазы взывают. Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф, полны суть небеса и земля величества, слава твоя. Тебе преславное апостольское лекция пророческое хвалебное число, Тебе хвалит пресветлое мученическое воинство, Тебе по всей вселенной исповедует святая церковь, Отца непостижимое величество, поклоняю Твой истинно верного Сына Святаго Утешителя Духа, Ты, Царю славы Христе, Ты Отца пресносущий Сын Иси, Ты к избавлению приемля человека не взнушался из серебрического чрева, Ты одолел смерть и сжал от верности верующим Царство Небесное. Ты одесную Бога, сидевшего во славе, Отче Судья, прийти верившися. Тебе вопросим, помози рабом Твоим, их же честную кровью откупил Иси. Сподобие со святыми Твоим, вечной славе Твое царствуйте. Спаси люди Твои, Господи, благослови достояние Твое. Исправи я вознеси их вовеки. Во вся дни благословим Тебя, восхвалим имя Твое к века. Подобие Господи, в день себя без греха, сохранитесь нам,
Помилуй нас, Господи, помилуй нас, буди милостая, Господи, нас я кажу повахом на Тя, Господи, повахом на не постыдимся веки. Аминь. Премудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас, честнейшую Херувим и славнейшую, бессмертный Серафим, без истления Богосовородшую, сущую Богородицу Тебе величаем. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне присно, веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвенный, пречистая Своей Матери и всех святых, поэтому спаси от нас, всякого блага, человека любец. Аминь.